И 94. и четыре. 94. Везницы 1. Союзы. Один. Союзы. Один. Чекай, док киша, не престане. Подожди, пока дождь пройдет. Подожди, пока дождь пройдет. Чекай, док завершим. Подожди, пока я приготовлюсь. Подожди, пока я приготовлюсь. Чекай, док се он не врати. Подожди, пока он вернется. Подожди, пока он вернется. Я чекам, док мисе коса не осуши. Я жду, пока мои волосы высохнут. Я жду, пока мои волосы высохнут. Я чекам, док се фильм не заверши. Я жду, пока фильм закончится. Я жду, пока фильм закончится. Я чекам, док на семафору не буде зелено. Я жду, пока светофор станет зеленым. Я жду, пока светофор станет зеленым. Када идешь на годишний отмор? Когда ты едешь в отпуск? Когда ты едешь в отпуск? ешь пре летнег распуста. Еще до летних каникул? Еще до летних каникул? Да, еш пре него почне летний распуст. Да, перед началом летних каникул. Да, перед началом летних каникул. Поправи кров, пре него что почне зима. Почини крышу, пока зима не началась. Почини крышу, пока зима не началась. Опери руке, пренего что, седнешь за стол. Помой руки перед тем, как садиться за стол. Помой руки перед тем, как садиться за стол. Затвори прозор, пренего что и Закрой окно перед уходом. Закрой окно перед уходом. Кадачешь дочи Кучи. Когда ты вернешься домой? Когда ты вернешься домой? Након наставе. После занятий? После занятий? Да, након, что с настава заверши. Да, когда занятия закончится? Да, когда занятия кончится. Nakon nezgode koju je imao, on više nije mogao raditi. Poslije nešćasnog slučaja on bolje ne mog raboteć. Poslije nešćasnog slučaja on bolje ne mog Kada je izgubio posao, otišao je u Ameriku. Poslije toga kako on potjerao работу, Он поехал в Америку. После того, как он потерял работу, он поехал в Америку. После того, как он переехал в Америку, он разбогател. После того, как он поехал в Америку, он разбогател.